8 июня – профессиональный праздник у людей, труд которых связан с ежедневной заботой о других. От их чуткости, отзывчивости, умения сопереживать и вникать в чужие проблемы во многом зависит качество жизни и душевный комфорт жителей. Сегодня – День социального работника. Эти люди всегда оказываются рядом в трудных ситуациях, чтобы протянуть руку помощи, согреть душевным теплом, окружить вниманием и заботой. Все, кто занят в социальной сфере, защищают интересы инвалидов, малоимущих, многодетных, одиноких, престарелых людей. Работают для того, чтобы укрепить их дух и оказать поддержку. Поздравляю всей души, поздравляю вас с праздником. Чтобы понять всю значимость вашей работы, наверное, необходимо каждому из вас, или хотя бы с одним из вас, пройтись по вашему маршруту. Есть такая пословица, чтобы судить человека, нужно походить его в туфлях. В ваших туфлях ходить очень сложно. Я знаю, понимаю это с каждым днем. Насколько общаясь и вникая в ваши проблемы, благодаря вашему руководителю, не каждый бы смог или пошел бы на такую работу. Есть слово «спасибо», которое говорят за те или иные деяния. Вам хочется сказать благодарю, благо подарить вам за то, что вы делаете, за то, что вы есть. За то, что вы выполняете. Администрации города Красный Луг, Луганская Народная Республика. Шаргардян Валентина Николаевна, главный специалист отдела социального обслуживания льготных категорий населения Управления труда и социальной защиты населения администрации города Красный Луг, Луганская Народная Республика. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансовой отчетности Управления труда и социальной защиты населения администрации города Красный Луг, Луганская Народная Республика. Примите самые теплые слова от 35 тысяч ветеранов, которые состоят на учете в Управлении труда и социальной защиты населения. И низкий поклон за все ваше доброе, гуманное отношение к ним во все времена нашей жизни. Международное движение Красного Креста начало свое существование еще с 1863 года. И самой главной, основной задачей по сегодняшний день является облегчение человеческих страданий. Мы с вами работаем рука об руку. Я очень рада, что могу вас сегодня поздравить, пожелать вам счастья, добра, долгих лет плодотворной совместной работы. Я сердечно, с теплотой поздравляю вас с вашим профессиональным праздником, Днем социального работника. Я хочу всем вам пожелать любви, я хочу вам пожелать тепла, я хочу вам пожелать благополучия для вас и для ваших семей, чтобы они понимали, какой великой миссией вы занимаетесь. Общественное движение «Мироуганщины» от души вас поздравляет. Как говорил глава города, попробуйте пройти вашим путем, попробуйте поносить вашу обувь. Я смело могу сказать, что общественное движение по проекту «Волонтер. Рука помощи» немного шли вашим путем. Мы также оказываем помощь, мы также стараемся помогать нуждающимся. И я смело могу сказать, непростой путь. Разрешите вам пожелать много терпения, гуманности и, конечно же, много-много благополучия вам и вашим семьям. Дорогие мои коллеги, примите в этот праздничный день самые теплые, самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником. В социальных службах трудятся люди с высоким чувством ответственности, которые отдают милосердию все свои душевные силы, свою энергию, свое терпение. И надо сегодня отдать должное, что вы успешно выполняете все поставленные задачи, разделяя чужую боль, опекая слабых и нуждающихся жителей нашего города. Подарственное письмо вручается императрице Сергею Валерьевичу, нашим медицинским работникам, по помощи поддержки.